Они оба вчера крадом. Пошлите. А кто Мейн? Мейн. Ты или Войд, без разницы. Только смотрите справа, мобы стоят, не нагрузь. Только Войд не пуляй дальше тех. Спасибо. Влад, главное, баф сними, а то он нас поубивает всех. Крест. И... А чё так вас много удастся? Пошли опять. Привет. Дома? Чё-то, блин, народу так вас дохуя взломали. Саш, я тебе синь, поговорю. Со мной? Да, ну прям здесь. Андрей здесь, я. Ну давай. Сначала давай. Я был вот в Ульде, там ребята, они нормально одеты есть игроки, у них рейл все время пропадает. Ребята вечерники. Вот, мы сейчас поговорили насчет того, то, что если бы соединиться, они бы вечером, здесь кто-то, если может из рейлов есть, вечером бы вводил бы вторую 25-ку. Ну вот такая дилемма, чтобы народ разделись. Ну, они еще отпишутся, еще не сами не знают, поговорят все вместе. Там их какая-то там 11 есть. Это я так думаю. Я 100% я этим заниматься не буду, если кто-то хочет, пожалуйста. Не, про то, что я вам сказал, что у нас ЕП АУК, и как бы я свяжу вас с ребятами, хотите к нам присоединиться, но вечером вас будет кто-то там, если кто-то есть, будете ходить вечером. Не ты вечером. Может там он вводит, ну, будет 25-ку вечером водить. К нему вопросы. Он хотел как раз второй рейд ходить. Хочет, пусть ходит. Ну, в общем, это. Там свяжется, все ближе к делу, будет все известно. У меня все, не мешает. Посыли. У меня времени заниматься этим точно не будет. Напомню. Мы нихуя не решили касаемо второго рейда, касаемо ДП и распределения лута второго рейда. То бишь, если мы сегодня это не решим, я все напишу людям, что нихуя не меняется, и все, чтобы никого ничего не путает. Сейчас пройдем за Ломан, давай проговорим, чтобы быстрее тут пройти. Так, я на боссе, да? Вот я думаю, Войт, а ты тебе лучше на боссе или на трэше? Паша, в принципе, под трэш сделал спек. Но тут будет сильно срывать, сразу говорю. Ты как тебе лучше? Ну, если я на боссе, я диспелить могу его помогать. Ой. Да, диспел не самая главная проблема. Ладно, давайте мы все лучше саппорты. Что пить тут-то? Давай саппорты выпьем, по урону хватит. Кидайте обмен за саппортами 100 голды, у кого нету. Бля, я что должен пойти? Зорик, поставь давай. Там файр-аут. И этот топ-хайп, да, и столик. Что? Этот, еще чего он повесит СС на Зорика? А, да все, он давай на меня, наверное. Умрем кто-то из наших. Ну, как будет, зальешь. А, Ваня сейчас зайдет через минуту. Кидайте обмен за саппортами, у кого саппорта нет. Жень, не на 100 севера, а саппорт. Чтобы было проще. Хотя, у тебя 32 тысячи здоровья. Ваня 35. Ну, Паша. А это закроет Паша или что? Что еще раз? Болезнь промейт. А? Болезнь промейт. Петь, ты в десятку поешь свою кашку? Можно. Ну сейчас я, ребят, это покушаю и подлечу. После заломана мы же тоже пойдем. Саш, я, получается, ловлю трэш, отворачиваю, да?
Смотри, ты ловишь трэш, и твоя задача будет его, наоборот, подводить к нам, когда заберешь весь, и это прожиматься в первую очередь, когда у тебя там, видишь, все плохо. Также он, видишь, срывается, обязательно забирает, потому что если он навешает стаков на РДДшников, то вообще там сразу смерть будет для человека. Вот. Ну и в принципе все. Тебе ловить трэш, самое главное держать его, прожиматься, мы с нас тебя хилить, диспелить. Я диспелю, Зорик и Лойд поможет подиспелить. Ну хилить и диспелить нам и то придется делать, Зорик. У нас крауда пачка такая говнячая, ну ладно, как есть. Ну, пока Ваня заходит, можно поговорить, если ты тут еще, Андрюх, трогал. Ну, смотри, короче, ну, давай начнем изначально. Я почну поэтапно, смотри. 50% ЕП замена первого рейда и 50% ЕП второго рейда. Ты с этим согласен? Блин, и да, и нет. Смотри, почему согласен? Согласен, выглядит плюс-минус справедливо. Чисто, что второй рейд чуть поменьше, скорее всего, получит. Типа, это так. Но если они всех боссов не закроют, то он автоматически меньше ИП получает. Я предлагал 150 ИП. Ну, типа, это слишком много получится тоже. Но, Сань, второй смотри, момент. Смотри, второй рейд обычно убивает все. С двумя будем говорить. Это раз. Либо ты уже пришел, можно начинать. Сань, секунду буквально. Второй рейд обычно убивает все, кроме квартальных боссов. То есть, кроме Синдры, Лича, Ланы и Профа. То есть, он убивает 8 из 14. Это ровно 150% компенсирует эту вот разницу в боссах. Все, я готов такое. Все, готов. Да. Давай бить, я уже рассказал, что делать. Окей. Потом разберемся. Двое на боссе, ДК на трэш, да? Да. Этот, смотрите, будут бомбы появляться, на себя квадратик поставлю, на Ваню еще печеньку поставлю, либо за печенькой, либо за квадратиком. Когда бомбочки раскидывает. Тоже сразу не спешите убегать, когда бомбочки появляются. Они вначале появились, потом ищите место свободно. Все. Репоты можете на первой секунде пить. Моба, который с черепа выходит, всегда убиваете. Гро, смотрите, у нас на пула нет, за огром следите своим. Ну, короче, я все придумал, не знаю. Идеально я не придумал, короче, убьете босса, я тебе расскажу. Угу. Тролли вышли. С правого моба убили, левого можете только дотки повесить. Левого убили на борсе. Не, правого. То уже. Ну, разница. Так какая разница, кого убить? Вон этого, которого убьете, убейте, но того дотки повесите. За квадратиком можете подбежать. Квадратику, кто не знает, как стоять. Паша, на танке ты тоже это делаешь. Еру дадим на первый трэш. Бля, Андрюх, поставил эту херобору твою, у меня лагать перестало все. Также, слышишь, топ-хайп, выйдет много трэша, подбегай все время, примораживай его. Иди сюда, прям в эту дырку, откуда выходит трэш, там лови сразу. Чтоб мы его не кливали и не забирали стечу. Еще пачка выйдет, вот можно там будет потих убить. Ребят, Вой, ты там. Надо начинать трэш играть, ребят. Убейте? Да. Геру дай. А, Геру нет, блядь. И с нашей ситуации надо тролля убивать. Сейчас убейте тролля. Вы видите, наверное. Под боссом.
Короче, если это тот же рейд, то бишь те же люди, там ДПС не хватает. По два раза открывайте яйца с одной стороны. Застаньте. Че, выходит? Давайте. Да, пошли. Ну, пошли за Ивайдин. Я сейчас убью его, вот одни яйца только выйдут. Сейчас троли вторые уже выйдут. Ну, вторые одно яйцо вышло. Я добил его. Еще раз, троли вторые выйдут. Не дракон. Ну ничего, в троллей вторых убили бы тоже. Мы также убивали. Этот. У нас то же самое было. Короче, сейчас поднимем. Еще одно. Пускай тут один релит. Вы там уже начинаете хуйней сказать. Давай симпи. Ну давай лучше ты. Мне хилить будет проще. Я помолчу. Этот. Только Вань. Ну, ладно, давай ты, короче, как считаешь, нужно так делать. Мне будет просто проще хилить. Ночного Айберса есть вообще? Что еще раз? Ну, ты же говорил, да? Раньше не было, точно. Раньше можно было сколько угодно бить. Это я у тебя спрашивал, ты сказал, есть. Не, в 30% это дичь. Меня интересует. У него единственное, что есть, у него активируется Берса раньше, чем 30%, если всех троллей убивать. Вот, всех четверых троллей, если убить, до того, как они взорвут яйца, он вызовет с обоих сторон яйца и активирует свою берсу, там, 50-70% без разницы. Мне интересует именно таймерная берса, там 10 минут. Таймерной нету. Ну вот я про это ты говорил, что есть это, когда спрашивал. По-моему, была. Ладно, сейчас тройнем, я в танк спекаюсь у второго. Не, раньше 100% ее не было. Ну, сейчас посмотрим. Я заодно пока еще нормально. Давай на шамана тогда. Не-не-не, в три танка норм. Сейчас будет все. Три? Да-да-да. Ну, давай. Ну, типа, я часть птиц буду забирать, плюс я их станю хорошо, у меня замедление даже вкачано. Дай, типа, ДК кулак, а то на мне крест. Да, блядь, да я вот даю, видишь? Он... Нет кулака. А, вот, не, сейчас есть. Пишите. Я сколько даю, не могу крест снять, блядь, ебаный. Это что? Попробуйте сами крест снять. Все, да попробуй сейчас забав. Чё, блядь, бред? В натуре не баф появится. Видите, баф проходит, а кулак не появляется. А-а-а, всё, крик улучшенный висит. А у тебя не улучшенный кулак, поэтому снимите крик все. Все, бафай сейчас. Потому что улучшенный крик висел, поэтому не бафал скла. Твой баф хуже, и он не перебивал. Помню я тоже свою ошибку, когда думал, что кулак обнутый хуйня. Ну, бывает. Поехали. 3, 2, 1, понеслась. Где-то там румейт, вот так сделаем. Да, пошли, выходи сразу. За Эвейдили. Я ждал. Давай ты свой там лучше на трэше, Паша на боссе не...